Все думают, как закупаться гемами, если Правопасу заканчивается всего через 20 часов. В смысле, через один день. Мой подписчик, если ты это сейчас слушаешь, то переходи на playrook.com. И ты только посмотри, сколько здесь есть игр и, конечно же, акций. Как же здесь нужно все покупать? Тебе нужно просто авторизироваться. Если ты хочешь купить акцию из Браво, то посмотри категории и выбирай. Вот, например, 30 гемов. Выбирай нужную тебе акцию по низкой цене. И ты только посмотри, сколько здесь акций. Здесь же их сколько много. Я уже, например, выбрала. Выбираешь, через куда оплачиваться. И потом ты должен написать свой номер карты, срок действия и SVV-код и оплатить за сумму. Поговорите всего 5 минут, и ваши гемы на аккаунте. Вот, например, они мне уже пришли. Переходи на playrook.com и закупайся. Кстати, о чем я это заговорилась? Погнали к видео. Всем привет, ребята, с вами Краш Кирилла, и добро пожаловать на наш ролик. Ну и сегодня я вам покажу вообще, что у меня в Бравле сейчас. И вы просто не представите, какие у меня бойцы. Так, ребята, мы с вами выключаем музыку. Да, всем привет, вот, если что, я это Пенни в Бравле. Так вот, да, идем запись. Вот такой вот у меня аква, здесь вот мой ид, Q9GQ, Луи-20. Если вы хотите со мной везде подружиться, во всех играх, то, конечно же, заходите на мое описание канала, и там есть все ссылки на мои игр-аккаунты, плей-аккаунты. Вот, ребята, вот здесь вот такие вот акции. О, ребята, у нас бесплатный ящик. Давайте мы его откроем. Ничего не попало. О, вот, я хотела купить, поэтому я и ждала эту акцию целый день. Потому что они очень пригодятся Карлу. Хотя я их и так не прокачиваю, поэтому мне очень редко выпадают бойцы. И да, посмотрите. Видите? Откуда это? И это еще откуда? Да, вы уже, наверное, знаете. Именно так. Я за все лето выбила Джина, Грома и, конечно же, нашу благословенную Мэг. И, наверное, вы думали, что мой аккаунт вообще не прокачан. И вот 8 бит. Но он у меня полностью прокачан. Ладно, заходим на Карла, вот. Клапан сброса. Ну, давайте мы с вами выберем клапан сброса. И да, я пока пользуюсь джином и еще 8 битом. Ладно, какие у нас еще квесты есть? Вот, до окончания байопаса 21 час и 9 минут. То есть через следующий день будет новый Брау Пасс. Я уже вначале говорила, как закупаться Брау Пассом, ну, как закупаться гемами, если у вас нету гемов. Так что, если вы не увидели или не развидели ничего, то перемотайте на самое начало и, конечно же, смотрите, куда нужно переходить. Ладно, так, вот, ребята, давайте. Вот. И, кстати, вот, давайте, ребята, мы с вами нам нужно выиграть бой 3 раза с бойцом 8 бит. И выиграть бой 3 раза в одиночном столкновении. Сейчас мы с вами будем играть в катку с 8 битом. Я надеюсь, что я выиграю, потому что мы с вами должны выиграть. Итак, сейчас я поиграю 3 катки, а потом вы все узнаете. Так вот. Кнопка. Так, наверное, нормально слышно. Так, вы, наверное, уже знаете, что я буду делать.
Да, сейчас я буду заканчивать делать квест. Вы только посмотрите на эту красоту. Осталось всего один раз выиграть. Все, так что мы с вами погнали на следующую катку. В принципе, в этом ролике самое важное это вам показать Лего моего эпика. Вы, наверное, даже по скрину узнали, что у меня такого сейчас произошло. Так вот, представьте вашему вниманию Бравл Пасс. Сейчас вы видите, что у меня сейчас происходит. Да-да-да-да-да-да! Большой ящик! Ладно, так, сейчас будет очень важный момент. Не, не хочу бравлера, серьезно. Я просто буду открывать ящик. Итак, погнали. Ничего не выпало. Но я же думала, что у меня какой-то бравлер новый будет, ладно. Слушайте, знаете, что кого я больше всего хочу? Байнона хочу, потому что он такой... Потому что он прям такой серьезный, прям... Не такой, как все, а такой серьезный, прям такой серьезный, прям. Ладно, давайте его испытаем, хотя я знаю то, что это не поможет при выпадении бравлера. Но мне его очень сильно хочется. У него такой даже пик прекрасный. И он сам такой. Он даже лечить может своих союзников. Может. Это даже очень классно. Мне это очень нравится. Самое главное, это его зелье. Оно атакует всех. Я была, конечно, очень даже рада, когда я на своем экране увидела выпадение Мэг. И еще я так заорала, когда мне 31 августа выпал Джин. Ладно, давайте еще катку сыграем. Давайте с Джином. Я, кстати, знаете, почему не играю? Потому что у меня попытки нету, у меня 0 геймов. Кстати, я решаю с нового Brawl Pass'а не покупать ничего на геймы. Я решаю теперь 2 Brawl Pass'а пройти. Если не будет скина Зайка Гром, то я куплю 2... Я куплю Brawl Pass, потому что у меня вообще нету хроматических бойцов. 23-58. Вот, видите? Все сверхредкие бойцы... Все редкие бойцы. Один эпик. Две леги. И один мифик. Но хроматиков у меня нет. И почти все награды пути к славе. И вот еще, знаете, еще кого я хочу? Я, в принципе, хочу еще Леона, ну, потому что он мне очень сильно подходит к Нику, представляете? У меня ведь там... Звезды Саши Киреева и звезды. Вот. И смотрите, как он мне подходит прям. Посмотрите. Очень сильно подходит. Хотя всем Леон подходит, потому что он очень крутой. Короче, вот так. И да, ребята, сейчас очень важная новость. Если вы сейчас это переключили и даже не посмотрели ролик, то, пожалуйста, посмотрите ролик до конца. Ну, просто нажмите. Ну, просто сначала посмотрите, ну, а потом посмотрите этот момент. Это сейчас очень важная новость. Погнали. Я создам свой канал по Бравлу. Там будут все ролики перенесены из моего канала по Бравлу. Да, там будут все ролики по Бравлу, потому что я надоела только в плейлисте Бравл Старс делать ролики. Так что я, в принципе, теперь буду переносить с моего канала ролики к каналу из Бравла. Да. Так что, ребята, не расстраивайтесь, все равно будет очень классно. Я там даже напишу автора самих видео, которые это делают. Конечно же, я себя упомяну. Ну, этого в описании будет. Так что вот так.
Итак, мы подкрадываемся к роботу. Ты нас не видишь. Это в смысле, как ты меня видишь? Значит, это не работает. Ладно. Так что, ребята, ждите новый канал по Браву. Там будут все мои ролики. Кстати, вот, ребята, у нас новая ремодель роботов. Кстати, как вам Браву Ток? Я уже вас спрашивала и в шортисе, и на моем телеграм-канале. Кстати, телеграм-канал будет по ссылке в описании. Ладно. И даже здесь спрашиваю, как вам Браву Ток? Напишите в комментариях, как вам Браву Ток. Мне, в принципе, сначала было нормально. Норм. Я очень ожидала какого-то прекрасного бравлера. Но когда я увидела какого-то мужика, ну, в смысле Сэма, то я просто офигела, потому что я не ожидала такого. Потому что это просто был какой-то мужик. Я думала, то, что он сначала не пригодится. Но потом, когда я в реальной жизни увидела его атаку, то я офигела. Смотрите. Скоро появятся новые бойцы. Сэм. Конечно, непонятно, почему здесь не добавили Гасса, чтобы все испытали его. Вот вообще Гасса я очень сильно хочу получить, хотя он будет в самом конце сентября. Короче, ребята, как говорится, ждем Гасса. Ну, а пока давайте мы с вами протестируем его атаку. Вообще, я его тестировала, поэтому я офигела. И так что вот так. И это, кстати, второй боец, у которого в начале боя сразу же накапливается ульта. Так, ребята, давайте мы с вами сначала посмотрим, какое у него вообще настроение, когда он атакует своими перчатками. О, вот такой вот даже, смотрите, он даже злится и молниями так. А когда он кидает вот эти вот перчатки свои, то посмотрите. У него тоже молнии вот эти вот. И они, кстати, атакуют. Это очень даже классно. У него даже есть звездная сила. То, что если забрать перчатки, то у него будет набираться здоровье. Так вот, ребята. Давайте мы... И вот, это его обычная атака. В принципе, как у Эль Приму, у него даже такая же дуку. Так, давайте, теперь мы с вами возвращаем перчатки и посмотрим, как он возвращает вообще перчатки. И вот так вот гордится ими, прям так. О, идея. А что, если всю карту тут обогнать им? То можно будет их вернуть как-то? Или я не смогу? Серьезно, даже в шеду можно даже вот конец карты вот так вот сделать, и потом накопить ульту, а потом опять их вернуть. Серьезно, когда он выйдет, когда через 300 миллиард лет я смогу его выбить, то все, тогда я это попробую в дружеском бою. Так что вот так. Конечно, я даже не знаю, как возраст менять бравлера. Напишите в комментариях, как можно менять. И, кстати, когда он начал выбрасывать перчатки, то у него еще скорость проявляется. Ладно. Я, в принципе, надеюсь, что вам этот ролик понравился. Мы же хотели с вами еще катку поиграть. Так, давайте. Бой с боссом давайте. А что, если его подхватить даже можно? Окей, мы с вами поиграем. Конечно, если у меня не спрутится камера. Так, ребята, здесь Гром и еще, конечно же, наш Кольт. Окей. Все почему-то, конечно же, берут Кольта почему-то на этом режиме. Я не понимаю, конечно. Но мне очень, конечно же, понравился наш новый режим с 8 битом. Потому что он очень такой классный. Ладно, так, все, спокойно смотрим ролик. Так, ладно, давайте.
Убивайся ты. Убивайся. Я сейчас мы с вами сейчас прямо сейчас посмотрим, как он. Как вообще я его смогу подхватить? А, реально подхватил, офигеть! И у него, кстати, еще даже атака изменилась. И это даже очень классно, потому что он как бешеный был, когда у него модель была олдовская. А теперь он прям такой, все, мужик прям такой, который всех долбает прям. И, кстати, знаете, почему у него ремодель поменялась? Знаете? Потому что ведь у нас через 2 часа, в смысле завтра, будет новый сезон, 14 сезон, фабрика роботов. И вот фабрика роботов. Ничего не понимаете? А я понимаю. Фабрика роботов. Роботов. Именно роботов. И у нас и модели роботов. Чувствуете это? Я чувствую. А вы, наверное, тоже чувствуете. Да. Поэтому и появилась и модель роботов. Потому что фабрика роботов. Именно роботов, а не кого-то еще. Блин, зачем я, конечно, жина взяла? У меня теперь катка сбросится, и все, и я закончу ролик. Блин, оба товарища по команде пали. Ладно, сейчас. Блин, надо, блин. Я не смогу же, я не смогу, хватит. Все, не надо. Я так знала. Вот, кстати, вот такая вот очень милая анимация поражения Джина. Мне даже его очень сильно жалко стало, потому что, ну блин, ну он же так не радуется. Ладно, сейчас я еще раз поиграю в катку. И, ну, в принципе, вы сейчас увидите ускоренную версию. Итак, погнали. Так, сейчас вы увидите ускоренную версию этого видео сейчас. Да. И поэтому так. К сожалению, ускоренную версию не удалось заснять. Но удалось заснять всего одну часть. Так, мед делаем вот здесь. Кстати, вы знаете то, что мед просто... Это был до, а теперь... Мед. Кстати, вот, ребята, вот это моя новая ава. Кстати, давайте я покажу мою галерею. Вот. Вот эта часть видео, вот это тоже. Вот это я просто для первью. Это тоже. И, кстати, вот, посмотрите, вот это моя карта, которую я уже удалила. Посмотрите только на нее. Она называется «Казахват Украины». Да, в настоящем мире у нас, конечно же... Вы сейчас все увидели и прочитали. Поэтому я создала вот эту вот карту, чтобы все... знали, чему это... Ладно, все. Дети не должны знать его. Кстати, вот, смотрите. 6, 2, 3, 6. 1636 кубков у меня пока сейчас. Ну, было. А, и вот еще бойцы 18. Ой, вот. Да, я еще клип не удалила здесь. Это как я вообще снимала мой клип. Это чтобы делать звук из мимими. Так, это моя новая ава. Это вы знаете сами, что. Это вот. Это я перед началом клипа 90 подписчиков сделала. И... Вот это, знаете, что? На вот это вы не обратили внимания? На вот это не обратили внимания? 499 из 500. Да, мне просто не хватило всего одного балла. И все. Так, это 31 августа. Мы просто с мамой на работе были, поэтому так. Поэтому я решила сфоткать, как она тут работает. Так. Это Вика.
Это я решила сделать клип, но у меня было мало памяти. Я хотела сделать со клипом Beautiful. Ладно, ребята, я уже не хочу все говори показывать, потому что это вообще некрасиво. Ладно, я надеюсь, что вам этот ролик понравился. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а также будете ставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Все подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока!